Ну а Сибирь тут пытается все-таки хотя бы одну шайбу забросить. Шаров держит паузу на партнера, но Грубец говорит нет. А Рухома говорит да. Вот. Порадовали болельщиков. Подожди. Забросили. Но тут тоже. Я не про помеху даже. Игрок Сибири на пятаке упал, и он рукой коснулся шайбы. Это непросматриваемый момент. И еще 2 минуты 11 секунд, еще не заработала военная комната в режиме перманентного просмотра. Вон, смотри. Вон, это Миловзоров был. Мне кажется, что он пас рукой сделал. Вот бросок Рухома в щиток, затем шайба оказывается под Грубицем. Падает игрок Сибири, да вот сложно сказать на самом деле. А вот так, собрали воедино. Блокировки нет, но перед этим ворот был пас рукой. Но.